Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на пресс-конференцию по окончанию игры за третье место. К нам сейчас присоединилась игрок команды «Буш» Винтон, номер 14. It was a tough game. We knew it would be. We made equal during like a half, something like that, and after it was just too difficult for us because we didn't have enough player and the player of the club were tired, so in this condition it's just hard to play against a team like a cat. So we finished fourth, which is really good for us. We didn't expect that with just one win, so finally it's not a too bad final eight. Хотелось бы сказать, что это была очень сложная игра для нас, такой, как мы ее и ожидали. В первую половину мы играли достаточно хорошо, она закончилась, в принципе, неплохо для нас, но после большого перерыва мы испытывали очень много сложностей. Это связано с тем, что у нас недостаточно игроков ротации, не очень длинная скамейка для замены. И, естественно, против такой команды с короткой скамейкой, против такой команды, как Екатеринбург, с короткой скамейкой играть очень, очень сложно. Тем не менее, мы закончили Евролигу четвертыми. Для нас это очень хороший результат, учитывая, что мы одержали всего лишь одну победу здесь на финале восьми. Are there any questions? Есть вопросы? Насколько вообще психологически настраиваться на матчи за третье место, за счет того, что на многих турнирах, там, чемпионат Европы, футбол, чемпионат мира, футбол, такие матчи уже давно отменены. Насколько вот именно тяжело настраиваться? How hard it is mentally to prepare for the game for the third place, because if you look at the Soccer World Cup or some other competitions, they already canceled the games for the third place, so they only play finals. So how mentally is it hard or not for the team? This game was special because we play against Ekat in our group, so we already take 30 points, something like that, probably almost. So it was particular because we didn't want to make a bad game and to take the same points. So we were just focused on the way of defending and just what the coach says, and after it's for us it's important to serve place. It's a kind of bronze medal, so even if last year we didn't have it, it's really important because it's one more win, and we are proud of that if we get this win. So it's just a game, you play it for winning it, so you prepare for it. Для нас это была очень особенная игра, потому что мы уже играли против УГМК в своей подгруппе и проиграли достаточно большое количество очков. И поэтому наша задача была не показать такую игру, которую мы показали в первый раз. Поэтому мы были сосредоточены на том, как мы играем в защите, на указаниях тренера. И для нас третье место, игра за бронзу, была бы очень важна, потому что это просто третье место, это для нас какой-то показатель. Если бы мы ее выиграли, то мы были бы собой очень горды. Are there any other questions? Есть еще вопросы? Эмили, вы объявили о завершении карьеры. Ваша дальнейшая жизнь будет связана с баскетболом или какие планы? You announced that you are retired from basketball, so it's going to be your last season. What are your plans for the future? Is it going to be, like, if your life is going to be connected with basketball at that time? For the moment, I don't think I will stay in basketball world. I need a pause with that. So I got a communication degree, and I will just look for some opportunities. Я не думаю, что будет. Просто хочется немножко отойти в сторону. Сейчас у меня идут переговоры, и посмотрим, что будет в дальнейшем.